Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в героев меча и магии 5. Очень низкая, смотрите, вон некрополис, фортификация, цитадель. То есть мы можем, в принципе, на 7-й... А, ну, понимаете, в чем прикол? Прикол в том, что первый день... Блин, первый день, который сейчас наступит у меня... Он у него как бы еще не наступит. То есть мы захватим армию, он не сможет там купить этот. Так, гаргулий апгрейдим, окей. Он не сможет там еще купить популяцию. То есть мы сейчас этот замок берем по любому случаю. Ля, он там где-то внизу шарится что-то. Лишь бы сейчас туда какой-то толстый хер не прилетел. Ну, в смысле, герой. А как? Откуда он с этого портала? А как? Откуда? Что? А, видимо, портал имеет шанс дропа... Ой, в смысле, прилета в другую локацию. То есть это не тот замок мы берем. Ну ладно, мы возьмем какой есть замок. Вот, видите, он дрикался, чтобы прилететь сюда. А что за неделя? Половина существ во всех сооружениях умирает. Вырастает только половина всех существ. Блин, это как чума практически. Так, ну окей, зато мы у него захватили замок, и смотрите, прикол. Блин, твою мать. Ни хрена, это говно мы какое-то захватили, а не замок. Это кусок дерьма, а не замок. Твою же налево. То есть я понял, почему этот хрен так делает. Так, ладно. Что нам надо тут в таком раскладе? Покупаем героя. Да, и покупаем. Ну, что можем купить? Все, у нас тут будет побочный херабрин. Побочный хренабрин. Я теперь понял, что он там этот самый. Что он там прыгал туда-сюда-сюда-туда. Вот так, ну мне надо поотжимать шахты по в любом случае, да? Вот, заодно тут немножко карту открыть. Блин, ну вот это вот с кучей порталов, которые туда-сюда в них заходить, перезаходить, это мне уже не нравится. Это мне уже не нравится. Так, ладно, давайте тут на этот забежим. Не, ну в целом мы отжали замок у него. Кстати, а куда этот хрен убежал? В целом мы отжали замок у него. Во, видите, куда нас кинуло? Теперь нас кинуло в другое место. А что это такое? Прирост мечников, и нахрен они мне нужны? Не, так а мне надо к главному герою, мне ему надо... То есть теперь нас сюда кинуло. Опять сюда. Вот почему этот самый. О, теперь нас вообще в третье место кинуло. Блин, то есть это какой-то рандомный. Ага, ну вот, смотрите. Так, стоп, а может у нас получится побольше... А это что такое? Орден порядка. Так, порядок это как раз таки эти, которые те. А, что тут можно поставить? Лавка артов. Библиотека. Так, нам надо экономику тут... Тут что-то вообще никак экономика не строится. Потому что 5 этих нет. Ладно, пока ничего не буду строить в таком случае. Так, ну мы хотя бы открыли карту. Блин, конечно, отстой с вот этими порталами. То, что вот так приходится дрюкаться туда-сюда. Ну да ладно. В общем и целом нормально. Так, что в замке? Пустой замок? Ага, херушки-тамушки. Так, ну ладно. Ты тут хорошо, что ты так прилетел. Эти к нам не присоединятся случайно? Так, у меня же разведки нет, я откуда знаю. Присоединятся они там или нет. Так, три серы. Ладно, ты чё ты тут стоишь? Он захвати шахту, чтобы у него экономики было поменьше. Ну, а так в остальном, в принципе, все. Порядок это люди, порядок это не маги. По-моему, в четвертых героях маги были порядком, ну, назывались.
Литейный цех позволяет вам нанимать стальных галимых. Так, ладно, поставим литейный цех, нормально. Блин, мне надо было же здесь построить эту херхухню. Так, ну ладно, херхухню потом поставим. Не, в общем и целом нормально. Нормально, экономика у нас чуть сильнее стала. Замка у него тут нет, он не будет отсюда хотя бы спавнить этих чмошничков своих, которые у него есть побочные. Вот, то есть сейчас нам надо главным героям прилететь к тому побочному. Не, вот не сюда, чувак. О, вот сюда. Забрать у него армию. Так, ты чмошник, давай армию, батя. Вот, одну горгулю себе и оставишь. Так, ладно, не знаю. Сейчас, ну пусть одна горгуля действительно у него остается. Вот, чмошник отдал армию бате. Так, у бати ж вся армия. Да, у бати вся армия. Все, и сейчас батя пойдет. Очень низкая угроза. Сейчас батя пойдет брать еще замок. Батя, ты идешь за замком. Лишь бы туда толстый хер не прилетел. Так, а ты теперь летишь в главный замок. Не, вот теперь они вот так будут прыгать. А это рандомный шанс. А, вот, ну, видимо, рандомный, видите, потому что мы как бы прыгаем туда, сюда, сюда, туда. Так, хочу в некромантии полисе построить вот эту штуку, чтобы мы, ну, там, ратушу, фигятушу, чтобы деньги, деньги, деньги. Деньги, 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 технодром. О, султанов. Отлично, жинов апгрейживаем, все ништяк. Шашлык, возьми изгнание, пригодится в последней миссии. А, во, говнюк. А видите, он тоже что делает? Не, ну это тупизм, ребята. Ну вот это такой тупняк. А он куда хочет-то? А, он сюда хочет. Деньги, 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 технодром. Сиськи, 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 крэк. Сиськи, 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 сиськи. Так, давай покупаем всю армию, которая тут есть. Все, хренушки ты нас теперь подолеешь, говноед лысый. Так, тут как, угроза низкая, ну... Ну, низкая и хорошо, отжираем этот замок еще у него, хер ли нет-то. О, сиськи, 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 сиськи. Шашик, возьми изгнание, пригодится в последней миссии. Ну, хорошо, я тебе поверю, беру изгнание. Вот, так, взял изгнание. Все, и мы отжали еще замок. Че за замок? Че тут есть? О, ну тут магистрат отстроен, это уже замок покруче. Тут и вон, покупать кого-то можно. Хе-хе-хе. Так, надо, кстати, тут поставить... А, денег нет. Ну, ну, ничего, сейчас мы еще усилили экономику свою. Я не знаю, сколько всего замков у нашего вражины. Но в целом, я так понимаю, мы все круто сделали. Так, надо, наверное, пойти этот... Пойти, в общем, тут посохранять. Ой, точнее, позавоевывать все это дело. Так, а куда он хочет? Что, еще есть куда-то вариант улететь? А, он надеется тот замок на халявку взять, да? А хер я тебе его дам. Так, часть карты открыта. Ну, не знаю. В целом, не знаю. Так, ты у нас главный хрен, да? Главный хрен, но пока, пока все очень тут... Сложно. Очень сложно. Так, пойди, наверное, купи боевые машины. Сиськи, 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 сиськи. Блин, ну давайте уже торговца артефактами построим. Он все время висит, этот зелененький. Типа, построй меня, построй меня. Так, куда он бежит? Он бежит, по идее, к этому замку, да? То есть мы тут ставим склеп. Ну и покупаем 15 этих. А бежит вообще паренький? Не, бежит лажа. Там у нас стреляющая башня есть хоть какая-нибудь? Какой тут уровень? Цитадель есть, все. Отсекается он. Отсекается он.
Так, главный хер. Точнее, ты нифига не главный. Блин, надо главного хера в замок привести. Ладно, ты, короче, пойди там пошебурши, собери там он ртути, у нас ее вечно мало, тут он денежку, там это, деревца, тут он еще денежка. Пособирай всякие ништячки, которые тут он, гоблину сходи, пока тут пошебурши на местном уровне. А что у меня это развернуто? Так, грейдить эти замки, кроме экономики, пока ничего не буду. Вот, всем привет, что за игра, копатель? Да, копатель, правильно. Копатель онлайн. Так. Играем в этот, в копателя. Может прилететь, да? Ну сюда чисто выходом. То есть есть какой-то шанс, что нас туда кинет. Ну, а может и не кинет. Так, ладно, погнали, короче, этот... Ты давай покупай боевые... А, это обмен ресурсов. Тю, я думал, это кузница, которая боевые машины. Так, ну чё, пойдемте, там еще был вариант. Ну, вообще, я хочу сейчас к замку своему прилететь. Вот сюда мы еще прилетим, я хочу к замку. Во, к замку, это же наш замок, да? Тут сейчас главный... Ой, точнее, побочный хрен прибежит. Так, чё тут по экономике в замках? Во, магистрат, точнее, ратушу ставим. Все, ништяк. Тут, наверное, надо купить тоже это. Вон, эльф. О, этот Таланар, мы же этим играли. У него же было мега-умение, или нет? Я не помню, но что-то он мне кажется таким знакомым хреном. Так, давайте вынесем эту шестерку, чтобы она тут нам не бегала. Во, все. Вынесли этот. И пойди тоже тут пошебурши там шахты по захвату и вся херня. Вот. Ну, что там обычно вы делаете, не знаю. Так, гильдия магов второго уровня. Пока библиотеку. О, серебряный павильон. Ракшасов мы сможем нанимать скоро. Супер. Так. Окей. Ну, в принципе, мы вроде бы ситуацию выравниваем. Ну, то есть, как бы уже бирюзовый не такой крутой, как он был, кажется. Текс. Уже бирюзового мы более-менее. Так, новая неделька на сюда. О, 6 кристальчиков дали. Это ж чудненько. Так, так ты забеги, еще 500 голды возьми. И все, давай, дуй главному герою, перекидывай. Стой, подожди. Не, давай, наверное, мы сделаем так. Одну эту ты таскай с собой. Всю армию скинь. Я все-таки главным героечиком забегу в этот. Забегу в замок. Вот сюда вот. В этот замок забегу. Так, ракшасов мы не можем построить. Мы можем архимагов построить, но я архимагов не хочу. Я хочу гильду магов 2. А, все, гильда магов 2 уровня только тут ставится. Ну и хорошо. Так, подождите, у нас же квест гильду магов 5 уровня отстроить. К этому поединку Зихир должен подойти, что-то там это... Так, по экономике. Здесь магистрат есть, здорово. Тут. Тут тоже есть. Все, пока эти города не трогаем. Но более-менее экономика, вижу, равняется. Уже денежка начинает идти стабильно. Стабильно, красиво. Так. А, это я уже посещал. Че тут еще? Где что лежит? Вон, пойди за светочку возьми. Вон тут. Че ты тут стоишь? Пердишь. Так. Ты передал армию, да? А, ты не передавал, ты ее в замке оставил. Так, Захир, давай подходи сюда. Кого тут можно загрейдить? Всех сразу грейдишь. Вот, соответственно, собираем... Собираем всех в одну кучку. Так, теперь, что тут по армии? А это у меня титаны? Да, это у меня титаны. Титаны есть... Ну и все, бабулетик кончился. Ну нормально, у нас уже есть титаны, можно с этим уже воевать. И ты чуть-чуть заклинаний выучил, да? Да, чуть-чуть заклинаний выучил. Так, я что предлагаю? Я предлагаю пойти тогда тут немного экономику все-таки с этой стороны наладить. Вон, взять тут всякие вот эти ништячки там. Вот эти, ну я даже не знаю, куда лучше вначале идти. Ну ладно, поехали. Стоп! А у тебя за этот посох-то... А, ну да, я думал, я побочным героем
Все нормально. Так, оставить в покое. Не надо нам их. Вот, поубиваем сейчас. Так, а ты чё как-то странный такой маршрут? Ну, круг феи тебе, конечно, ничего не даст. Ты пойди-ка в разведочку туда. Посмотри, что с той стороны. Вот, и все. Сейчас разведка очень важна. Emperor Battle, ну, там, по-моему, не Индюн, а Фодюн. Хотя, может, и... Я знаю, это Дюна. Ой, золотая шахта. Золотую шахту будем брать. Так, ГГшник, ну ладно, ты тут все равно подзачисти. Да, конечно, сейчас я прям так и отдал. У меня тут, вон, эти есть. Так, джинов вообще можно, на самом деле, спрятать. И вообще всех попрятать. А чё, колдунов у меня нема? Ну, колдунов, походу, нема. Так, ну чисто титанов оставить. Так, на тебе. Ой, а что это он сделал? Рассеянность, это он... Подождите, а как мне понять? Так, ладно, пофиг. Рассеянность, по-моему, один ход снимает, да. Или что-то такое. Ледяная глыба 200, а это... Ну, давайте оглушим. Что-то оно не оглушилось, нифига. Да твою мать, это же рассеянность должна была сработать. Чё оно не... И оглушение не прокнуло, вообще ничего не прокнуло. Что за фигня такая? Ну ладно, пофигу. Два джина, блин. Два джина жалко. Жалко у пчелки в попе. Так, ладно. Вон, тут кристальная шахточка имеется. Я думаю, мы каким... А, не, наверное, мы не придем сюда никаким макаром. Ну ладно, к золотой шахте, блин, фиг с ней. Потом подойдем. Да что ж ты с потерями-то и дерешься? 1-2, 1-2. Мне бы цепную молнию бы заколошматить. Было бы круто. Так, ну ладно, тут я знаю, что мы можем колдануть. Тут мы можем... А, нет, мы не можем. Слушайте, ну ладно, давайте магическую... Хотя нет, надо убить стак. Ладно, ледяной глыбой. На! Охапку дров, чувак, готов. Не, а оглушение, кстати, прокает. Просто там вот настолько слабенько было. Не, ну не чучмек ли он, а? А ну, джинс. Ой, колосс, встань сюда, чтобы ему было неудобно оббегать. Хотя на самом деле тут джин может добить. Ну и ты единичку добивай. Да просто боялся, что грызанет лучников, съест. Сюда добежит. Вот, ну нормально. Так, все, отхренячили. Отхренячили, расфигачили. Что мы тут можем построить? Улучшение рынка. О, одна мера самоцветов. Это ништяк. Это ништяк. У нас бежишь на разведку, да? Насколько я помню. Так, разведывал. Ля, там он деревянных шахт. Тут много. Надо позахватывать. Так, а по поводу улучшений в этих городах. Одну меру ртути. А, и здесь построено. Ну, все, тогда не заморачиваемся пока с этими городами. Вот, здорово. Так, ладненько, ребятки. Я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущая. Что тут сидит? Тут какашка сидит. Там вон, заброшенная шахта сидит. Много всего интересного. Вон, здесь, кстати, атака, но нам, побочному герою, эта атака не нужна.
Вот, большущая всем спасибища за то, что посмотрели. Подписывайтесь на каналчик. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Чачлык. Так, слушай, вот ты, да? Не нужны нам на самом деле бесы. Тут идти никак нельзя, да, больше? Ты давай, наверное, дуй вот куда-то в эту сторону, слышь, чувак. И вообще я видео заканчиваю, ёптить.